дорогие друзья! Мелон Ричард приветствует вас на ежегодном уникальном мероприятии «Битва стилистов». В этом году свое мастерство продемонстрируют три команды. Центр красоты на Зоологической, лучший салон 2015 года, официальный стилист Армани России Егор Карташов, гример международного класса Алласо Гаал Далмар совместно с Натальей Калаус, входящий в десятку лучших стилистов России. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, вот они, судьи, вашими аплодисментами отправляем на почетные места. В этом году ты в составе жюри. Что ожидаешь от конкурса? Во-первых, я очень благодарен, что я в составе жюри, это почетная должность. Ожидаю от конкурса, как и, наверное, и все, шоу ярких праздничных эмоций. Кто же в этом году станет лучшим стилистом, по мнению журнала Melon Rich, и завоюет главный приз «Золотую прядь»? Мы узнаем совсем скоро. Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшнее мероприятие? Вы знаете, великолепное шоу, великолепная организация, великолепные профессионалы. Я вообще считаю, что просто невероятный день и день какой-то любви, любви к профессии, к красоте, к собакам, вот, например. Песни у людей разные, а моя одна на века. Пока сомневаются и не могут выбрать своего фаворита, у меня он уже есть. Но кто это, я пока не скажу. Битва была горячей, но победитель может быть только один. И им стал Денис Шмидт, ведущий стилист Центра красоты на Зоологической. На этом битва стилистов подошла к концу. Оставайтесь с Melon Rich и до встречи в следующем сезоне.